Проверить могу. Все делает. Чего? Ты ссыкун, оказывается? С пятном, когда у него... Охотничьи собаки с секунды все. Ой, подожди, наоборот. Ладно, я запутался в своих тезисах. Вчера с егерем этим разговаривали. Он говорит, 7 месяцев уже на охоту их берут с собой. Ну что ты, ты за ним прикался? Держи давай. С егерем-то это, у которого это? Лера. Лера? Ну, он типа пообещал поспрашивать, mm-hmm. говорит. Я, говорит, пойду что-то получать разрешение на зайца. С мужиками, говорит, поговорю, если кому-то надо. Так. Но он его видел, я поняла. Сколько он там бегал-то, может, не один день. Куда ты такой взялся-то там? А? Дети сказали, что шел мужик с двумя собаками. Mm-hmm. Увидел их. Этот, видимо, на детей обратил внимание, отпустил его. Этот побежал к детям, мужик ушел по своей. То есть, видимо, на то и рассчитывал, что он к детям пристанет, а тот уйдет спокойно. Еще. Потом он там по соседям пошел. Одна собака его чуть не загрызла, там Стаффорд. Ну, короче, к нам его приволокли. Типа, забирайте. Было бы куда. У нас так места ни хрена. Хотели в вольер высадить. А то, что места-то нету. В доме. А в доме вот так вот. Надо было мне просто его еще в воскресенье забрать, как я собирался. Ну, он кошки, кстати, относительно спокойно, он просто смотрит на нее, не пытается ее достать. Ну, это потому что она в клетке может. Не знаю. Сейчас. Там еще и детей за то, что испачкались.
как бы